Сегодня 14 марта 2018 года. Только что прилетел в столицу Ирака, в Багдад. Сейчас летел, вспоминал в самолете. В последний раз был здесь в марте, марте 2003 года. 2003 года как раз улетел, и через 2 часа уже коалиционные войска, Америка уже начала бомбить Багдад, Ирак. Ну, сейчас аэропорт живет своей жизнью. Друзья из российского посольства встретили, видите, вот бронежилет одели в мерах безопасности. Ну, посмотрим, как Багдад, как Ирак изменился за эти годы демократии. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 14 марта 2018 года. Нахожусь в здании на территории российского посольства в Багдаде, в Ираке, вместе с послом Российской Федерации в Ираке Максимом Константиновичем. Максимом здесь находится. Он любезно пригласил нас, шахматистов, сюда, в здание посольства. Ну, вот так приходится в этой экипировке ходить с бронежилетом. К сожалению, не с шахматами мы сюда пришли. Ну, всем привет из Багдада, из российского посольства. Добро пожаловать.